Мы типа последний раз победили троих стражей ада или типа того. Вот, и идем добивать последний данж после этого. Ну, обычно, да, крутаем. Я не знаю других способов. На флеш-картридже тоже там свои какие-то способы. Ну, наверное, тоже батарейка есть. Ой. У меня же ботинки лечения надет. Да. Привет, Мантис. Доброго утра. Так, ну здесь нам ловить нечего. Обычно сложные места в Landstalker'е это изометрический платформинг, в котором непонятно, куда можно прыгать, а куда нет. Ну там привыкаешь со временем, но все равно не идеально. Так, не понял. Thank you.
А, я туплю. Вот так же можно делать. А! Окей. Я в прошлый раз через шипы прыгал все время. И забыл, что я могу опрыгнуть. Это нормально. Все понятно, короче. Но тут эти деньги, они... Ну, по сути, их не на что особо тратить. На расходники только, вот как агент говорит. Но копить денег, чтобы под конец накупить здоровье перед последними двумя данжами, ну... Классно. Наверное, можно с шара запрыгнуть наверх. Для Сеги там новые контроллеры прибыли на почту. Не успели мы в них потыкаться в Лэндсталкере. Да тут игра бывает тормозит, когда просто много платформ, которые падают, когда ты на них наступаешь. А камнепад это вообще жестко. Так, если я здесь свалюсь, то я здесь свалюсь. Портал. Он аж может кувшином в руках по лестнице лазить.
что тут у нас? Опять такой же. Платформинг. С той стороны, может, что-то и есть. Так, тут, похоже, мне некуда идти пока что. Давайте их на всякий случай убьем. Ну, вначале враги много урона наносят. В сравнении с твоим ХП. Потом уже как-то и незаметно. Да, я посмотрел два ролика. Не знаю, один показался с какими-то нормальными идеями. А второй что-то там за уши притянут. О, Господи Иисусе, ну. Ну вот там, где избранный, это агент Смит. Вот в этом ролике притянуто. Там периодически говорят какой-нибудь факт, а потом из него делают совершенно вывод, который никак не следует. Там можно что угодно сказать так. Здорово, Забук Рыныч. Я не знаю, может, в оригинальной теории текстовой там написано нормально, а в видео чувак что-то придумывает, фиг знает. Я так не могу прыгнуть. Наверное. Да. Билет, уходи. Акерсфан, ты про Twitch или YouTube? Про YouTube я ничего не знаю, на Твиче, по идее, одинаковые, но там можно разного уровня подписки оформлять. Ух, не пали, я сам разберусь. Хватит. Хватит, ты же знаешь. Знаешь, что я... Мне интересно самому разбираться. Thank you.
Но там все равно Кёрсфан заберет Twitch большую часть этих денег. Там из 5 баксов доллар с копейками стримеру сейчас достается. Понятно. Да, тут бабки текут рекой, прям чувствуешь. Но все равно приятно, когда кто-то подписывается. И вот бот решил написать. Но бот имеет в виду follow, на самом деле. Да ведь последний. Вуаля. Конец нашего путешествия. После длинного сна я наконец вернусь в этот мир. Нажали на кнопку. Это да. Это да. Нет. Да нет. Может, надо было в яму свалиться? А, типа яма сюда ведет. Нет, я не хотел оттуда выходить.
Что тут написано? Горе тем, кто позарился на сокровище короля, проклятие тем, кто потревожит его сон. Ого. Ну, по крайней мере, в России. По крайней мере, в России. Наверное, там можно что-то зарабатывать, если ты типа топ-5 дотеров или, не знаю, онлайн-игр, игрок. Да, Вайкерс, фан, удачи. Что-то вроде босс-раш небольшого. Привет, Шмальхаузен. Три части целого внезапно ярко засияли в темноте. Не трогать, уходите, они мои. Сокровища мои. Привет, Дуртер. Мне пофиг, у нас еще лечилки есть. Если что, можем вылечиться на фулл хп. Много раз. Кстати, давайте посмотрим, сколько у нас процентов пройдено. 98% острова. Поздравляю, Зубокрыныч, поздравляю. Чё, уже заценил?
мои любимые сокровища. Где сокровища? Давай сокровища. Опять ты как-то обогнал меня. Ладно, в любом случае, благодаря тебе мне хотя бы не придется сражаться против этих грязных чудовищ. Найджел, ты и правда полезный помощник. Смотри, сколько сокровищ, золото, драгоценности. Как красиво. Даже готов заплатить тебе за помощь. Держи 20 золотых. Я думаю, этого достаточно, чтобы купить целую коробку конфет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О-о. Аук. Давайте выпьем. У нас есть напиток Даль. Он, по идее, на фулл хп лечит. Все, что ли? Деньги! Золото! Найджел, ты сделал это! Должно быть здесь золото огромное количество, еще больше драгоценностей, супер. Я быстренько слетаю, посчитаю. Ого, я никогда не видел столько золота за всю свою жизнь. Мы богаты, Найджел, богаты. Сначала мы построим дом, купим 2 корабля, еще. Домик у моря с пляжем, наймем горничную и, о, все, что только пожелаем. Что это? Мы нашли сокровище? Дошло, наконец, да, и здесь намного больше, чем ты думаешь. Я так счастлива. О, мой принц. Да что с тобой, Найджел? Эй, Найджел. А, фух. Ох, прости, я задумался. Ты знаешь, сейчас мы дошли до конца, но мне почему-то стало немного грустно в душе. Наверное, я неисправимый романтик, мне не важен результат. Настало время для новых приключений. Я отправлюсь на большую землю. Ты со мной? Я ненавижу тебя, ненавижу. Ты будешь бесславно убит без меня. Если бы не я, ты. Так ты со мной или нет? Ох, конечно, куда я денусь? Ну что ж, вперед, навстречу новым приключениям. Лэндсталкер, сокровище короля Нола. Спасибо за GG. Вообще, удивительно, что, как всегда, ну, обычно в конце ты нифига не получаешь, такое мы всех спасли, лоло, счастье, никаких денег, ничего. Да, спасибо, ребята, за GG. В зеленом пух. В зеленом. Ну, последний данжон, он омега короткий вообще. Чуть больше получаса его проходили, наверное. Пух, ну, я не могу ничего сказать насчет
прохождения повторно вот таких длинных игр. Может, когда у нас не останется других игр. Спасибо, агент, большое за реквест. Хорошая игра. Но все же тут, конечно, есть свои нюансы. Вот этот изометрический платформинг, в котором иногда вообще не понимаешь, куда прыгать. И вот эта проблема в городе, что непонятно, что делать вначале. В большом городе Меркаторе. Вот. Я, кстати, не понял. Там еще можно как-то клуб пройти, который в колодце, я так понимаю, агент. И... что еще? Что-то еще, я думал. Чё я пропустил? Чё я пропустил, агент? Рассказывай. Будет ли сейчас следующая игра? Ох. Ну, следующая игра будет, только не знаю, какая конкретно. Понятно. А так, у меня 2% неисследованного. Наверное, я мог еще что-то найти. Но мы практически полностью без подсказок прошли игру. Конец. А, еще, кстати, агент, а зачем голубой бант нужен? Его как-то можно использовать? Конец. Просто так нельзя. Конец. Ну, и я не знаю, как вообще можно использовать тортик оптимально. Можно ждать, он исчезнет. Давайте подождем. На старт не пропускается. Вот, потому что это же 50 на 50. Вот, например, у тебя кончились все ягоды и жизнь. И тогда, может быть, есть какой-то смысл тортик использовать. Если старушке помочь 3 раза, то жизнь появится. Я еще в логове бандитов что-то на скорость не успел какой-то сундук получить. Вот. А ты говорил... Ну, я так и понял, что можно, потому что ботинок на скорость ничего не было. Не знаю. Просто нужно было стараться еще. А что ты говоришь, за статую дают, когда ты на статую встаешь в первой деревне? Я так и не залез туда. Привет, Белазист. Тоже жизнь. То есть мы как минимум 2 жизни пропустили. На улице. Хорошо, Белазист, вот только что игру прошли. Но пропускал, конечно, штук 5. Ох. Чё, агент, вроде как не заканчивается. Либо это нюансы перевода, либо еще что. Мне кажется, агент, я сделал прям дофига вообще в игре.
для первого раза. Венты, кстати, они не перевели. Могли бы написать конец. О, слишком долго просто.